Ребята, всем большой-большой привет. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии. Подписывайтесь, все будет интересно. Мы сегодня готовим такое печенье 5 минут к чаю. И вот такая красота у нас получилась. Видите, какой оно в разрезе. Очень песочное. Готовится быстро. Кому интересно, смотрим вместе со мной. Ребята, готовим наше печенье 5 минут. Очень простое. Очень просто готовить. Нам понадобится одно яйцо, 50 грамм сахара и ванильный сахар сюда. Все это вилочкой разминаем. Даже венчика не надо. Все просто смешиваем. Добавляем сюда 100 грамм мягкого масла. Подтаявшего хорошо. Все это разминаем прямо вилочкой. Разминаем масло. Все вилочки, не напрягаясь. Очень вкусное, быстренькое печенье. Добавляем сюда 200 грамм муки и чайная ложка разрыхлителя. Замешиваем тесто. Тесто должно быть мягким. Духовка должна быть уже включена. 180 градусов. Замешиваем тесто уже на столе. Вот такое тесто у нас получилось. Делим его пополам. Ставим стороночку. Ложку какао добавляем в одну половину и замешиваем с тестом. Одна половина белая, другая черная. Вмешиваем. Раскатываем. Две вот таких вот. Соединяем вместе. И еще раз раскатываем. Вот так все вместе. Белое и черное. Теперь берем вот так вот. Отламываем и делаем шарики. Обкатываем сахар. Ставим противень на бумажку. Прямо отщепливаем. И смотрите. Делаем вот такие шарики. Обкатываем сахар. Духовка уже нагрета. Минут на 15 в духовочку. Тесто мягкое, прямо смотрите, как просто это все делать.
И вот печенька наша готова. Смотрите, какая красота. Какая красота получилась. Готовьте. Это несложно. Приятного чаепития.